Здравствуйте, дорогие друзья! Ранее на канале выходили фильмы с разбором географии с точки зрения истории, литературы, архитектуры, биологии. И вот сегодня предлагаю рассмотреть с точки зрения истории вопрос геологии. Тем более, что и повод для этого есть подходящий. В преддверии 27-го пленума геоморфологической комиссии Российской Академии наук, который пройдет в Иркутске 5-10 сентября 2023 года. Наш коллега и соратник Константин Захаров составил обращение к официальным ученым-геологам с целью донести до научного сообщества информацию, обнаруженную независимыми исследователями. С текстом данного обращения вы можете ознакомиться на сайте tartaria.info. Первая ссылка в описании. Подчеркиваю сразу, у меня и Константина Захарова принципиально разные точки зрения касательно потопа и применения эффекта Джунибекова к нашей планете. Однако это не мешает нам совместно работать в поисках ответов. Если кому интересно, то мое мнение насчет потопа и эффекта Джунибекова объясняется в фильме «Был ли потоп и причем тут кислотные дожди». С мнением Константина Захарова можно ознакомиться, прочитав текст его обращения к геоморфологам. Все ссылки есть в описании. Однако, несмотря на то, что наши взгляды принципиально расходятся по механизму катаклизма, мы едины во мнении, что катаклизм в недалеком прошлом так или иначе был. И наверняка, друзья, для вас не является секретом, что версии о недавнем катаклизме придерживаются многие независимые исследователи. Но официальными учеными почему-то в упор не замечаются очевидные следы этой катастрофы. Не стали исключением и ученые-геологи. Поэтому статья Константина Захарова в первую очередь интересна тем, что поднимает более глобальные вопросы, чем просто разнообразие мнений касательно нашего реального прошлого. Эта статья затрагивает саму суть официальной геологии. И подчеркиваю, тема данного фильма ⁇ это не междуусобные разборки между независимыми исследователями, а совместное обращение к официальным ученым. Скажу сразу, работа официальных ученых, которые работают не в кабинетах, а, так сказать, на природе, например, геологов и археологов, мы очень уважаем и ни капли не хотим ее обесценить. Напротив, данным обращением мы как раз изобличаем тех, кто обесценивает их работу, а именно кабинетных ученых, которые все усилия труженков полей делят на ноль. В переписке с учеными, занимающимися вопросами геологии, Константин задавал свои вопросы профессорам и ведущим специалистам в области геоморфологии. Если кто не знал, геоморфология ⁇ это раздел геологической науки, который изучает различные формы рельефа и процессы, определяющие их появление и развитие. Выбрав небольшое количество наиболее наглядных спутниковых фотоснимков, он отправил их своим адресатам. Эти снимки вы сейчас видите на экране. На них отчетливо видны многокилометровые параллельные следы, о происхождении которых у различных альтернативных исследователей есть различные версии, у каждого своя. И большинство из этих версий сводится к катастрофе планетарного масштаба. Есть такая версия и у нас. И при каждом удобном случае мы о ней подсказками напоминаем. Но сейчас речь не о версиях независимых исследователей. Сейчас речь о том, что официальная наука в принципе не хочет этого замечать. В переписке с профессорами и академиками Константин задавал вопрос, как это образовалось, и получил от всех своих корреспондентов-геоморфологов практически идентичные ответы. Цитата. Это иоловые формы рельефа, то есть образованные ветром. Конец цитаты. Тут должен уточнить, что подобные образования, которые соорудил ветер, на самом деле имеют место быть, например, барханы в пустынях. Но, как я всегда говорил, говорю и буду говорить, не нужно все грести под одну гребенку. Но именно это и делают официальные ученые практически в любой науке. Они пытаются объяснить массу различных по сути, но внешне похожих между собой явлений одним, в крайнем случае двумя объяснениями. С каждым подобным явлением нужно разбираться индивидуально. А иначе, если следовать такой логике, то, например, причину появления Винкевенских островов в Нидерландах также можно было бы свалить на иоловые процессы. Но с этими островами такое не выйдет. Есть историческое описание, что с 1850 года там добывали торф. А что делать, если таких описаний нет? Правильно, валить все на ветер и называть иоловой формой рельефа. Другой пример. В пустынях подобные образования возможны, так как песок не закреплен растительностью, и ветер на самом деле двигает дюны. Здесь все верно. Но как такое возможно в тундре, тайге или джунглях? Подчеркиваю еще раз – мы знаем, как появились эти геологические структуры. Хорошо, для точности формулировки скажу так. У нас есть свои версии. У меня своя, у Константина Захарова, соответственно, есть своя. С ними вы можете ознакомиться, перейдя по ссылкам в описании. Но конкретно в данный момент нас интересует ответ от ученых геоморфологов, ибо они полностью игнорируют наличие вытянутых вдоль этих линий озер, существующих или высохших. Они никак не могут объяснить, почему параллельные линии поворачивают так же параллельно. А это невозможно сделать с помощью ветра в местах, где есть растительность. Мало того, что академические версии пишутся как под копирку, так еще эти ученые из кабинетов делают все, чтобы запутать ищущих людей. Они подменяют термины без зазрения совести. Возьмем «ди-лювий» и делювий. «ди это два разных слова, отличающихся всего одной буквой, и, соответственно, два разных определения – потоп и ветер. Причем оба от глагола «смывать» – «вымывать». Но версия «ветром надуло» официалам почему-то ближе. Видимо, они нос по ветру держат. А то, что в дилювии потопном как раз и находят остатки мамонтов, осколки керамики, кирпичей, никто не пишет. Хотя книги «Естествоиспытатель» XIX века переполнены доказательствами. Но про это немного далее. Одним словом, эти специально обученные люди, в кавычках, либо нас держат за дураков, либо сами не в состоянии интерпретировать спутниковые снимки адекватно. При попытке более детального общения каждый из кабинетных ученых уходил в глухую оборону, и Константин ответ получал либо реакцию в стиле «А кто вы вообще такой? Вот у нас есть методичка, есть научные работы, там все написано. Либо переписка вообще прекращалась. Впрочем, один из ответов все же подсказал исходную причину такой странной слепоты. Именно отсюда растут ноги официальной геологии, и именно это есть тема данного фильма. Итак, переходим к сути, а то вступление затянулось. Дело в том, что в фундамент современной геологической теории заложен принцип актуализма, униформизма. Принцип актуализма имеет много формулировок и описаний, а в общем случае он формулируется так, цитата. При любых реконструкциях событий и явлений, имевших место в прошлом, следует исходить из того, что они происходили по тем же законам и принципам, по которым происходят нынешние. В формулировке Гетона принцип звучит так – «настоящее есть ключ к прошлому». Таким образом, следование принципу актуализма позволяет моделировать ныне несуществующие объекты и системы, изучать их строение и функционирование, формируя картину прошлого и получая таким образом возможность прослеживать закономерности развития мира. Конец цитаты. Что же, раз для геологов это утверждение не требует доказательств, то я могу заявить. Сейчас мы имеем все возможности построить канал, насыпать остров и тому подобное. Значит, раньше было точно так же, и часть нашего рельефа Рукотворно! Ладно, оставим иронию в стороне. Хотя в каждой шутке есть только доля шутки. Тут нужно понимать, что сам по себе принцип актуализма не является ни плохим, ни хорошим. Он не является ни законом природы, ни аксиомой. Принцип актуализма ⁇ это всего лишь предписание последовательности действий. Наподобие при переходе дороги посмотрите налево, посмотрите направо. Таким образом, принцип актуализма предписывает считать, что в прошлом любые системы функционировали по тем же законам, что и их современные аналоги, и требует, чтобы из всех возможных объяснений некоторого явления выбиралось самое простое, описывающее данное явление наиболее адекватно. Согласно канонам самого принципа актуализма, отход от него возможен и необходим, когда в одном конкретном случае обнаруживаются факты поведения системы, отличные от современного. Подчеркиваю, в этом принципе содержится четкое уточнение про объективное рассмотрение всех аспектов, а если объективно рассмотреть все аспекты не получается, значит нужно менять подход. Здесь нужно пояснить, что в самом принципе актуализма используется несколько, так сказать, методик. В своей работе команда канала Неофициальная история использует много различных методик из разных наук, одним из которых является универсальный метод когда из всех возможных объяснений явления выбирается самое простое, описывающее данное явление наиболее адекватно. Например, в изучении старинных храмовых построек или идеально круглых озер. Однако, повторюсь снова и снова, все грести под одну гребенку является грубейшей ошибкой. И в случае с геоморфологией официальные ученые совершили именно ее. В геоморфологической трактовке принцип актуализма звучит так, цитата все геологические тела, все структуры земной коры являются результатом действия тех же геологических процессов, которые происходят и сейчас. Создавались в тех же полиографических обстановках, которые наблюдаются в наше время. Конец цитаты. То есть в этом определении, в неявном, замаскированном виде, в качестве истины в последней инстанции утверждается, что планета Земля никогда не испытывала никаких масштабных катастроф и в глобальном смысле Многие миллионы лет все происходило так же, как и в современное время. Поэтому в качестве процессов, формирующих рельеф местности, в геоморфологии могут рассматриваться всего несколько причин. Вулканическая деятельность, землетрясение, работа воды, то есть реки водоемы, движение ледников, иоловые процессы. И все! В области геологии использование принципа актуализма превратилось в идею фикс – когда адаптированную именно под геологию трактовку одного из методов используют везде даже невзирая на то, что она не объясняет адекватно все аспекты. Здесь, как никогда, подходит выражение про натягивание совы на глобус. В рамках, заданных принципом актуализма вода под воздействием земного притяжения может двигаться только в сторону понижения рельефа. В приводимых спутниковых снимках многокилометровой параллельной линии полностью игнорировали рельеф местности. Поэтому специалист-геоморфолог, четко следуя принципу актуализма, никак не мог определить эти линии следы движения воды. Единственный вариант, который укладывался в геоморфологические шаблоны, это формирование ветром. Поэтому все ответы геоморфологов были одинаковыми. В научной картине мира, которая формируется в головах студентов вузов, обучающихся на геологических и географических специальностях, отсутствует представление о том, что на Земле в недалеком прошлом в принципе, могли происходить масштабные катастрофы. Максимум, что позволяют себе геологи, это рассуждать о каких-то катастрофах в очень отдаленном прошлом, унося их за миллион лет от нашего времени. Причины таких катастроф они обычно называют удар небесного тела или взрыв супервулкана. Такая научная картина мира, в кавычках, внедряется в голову молодых ученых уже более 150 лет. Такая практика официальных ученых удивительна еще и потому, что в XIX веке были опубликованы научные работы, прямо увязывающие геологические слои с катастрофы недавнего прошлого. Это, например, труды французского естествоиспытателя, натуралиста и одного из основателей палеонтологии Жоржа Кювье, который досконально изучал ландшафты лично на полях и в горах, сначала в своем регионе, а затем и в поездках. Странно также, что теория Кювье о катастрофизме по-разному отражается в известной всем интернет-энциклопедии. Сравните сами. Русскоязычный вариант. Французы же учение своего соотечественника иллюстрируют так. Как говорится, почувствуйте разницу. Соответственно, возникает вопрос, кто и с какой целью заложил фундамент геологической науки в качестве истины в последней инстанции принцип актуализма. И вот тут начинается самое интересное. Выходец из аристократической английской семьи юрист Чарльз Лоэль, будучи дилетантом в геологической науке, становится членом Географического общества Лондона и за три года несколькими выпусками выдает свой главный научный труд «Основные начала геологии». Мэтры геологической науки поначалу крайне критично восприняли работу Выскочки, который изучал геологию с помощью прогулок по Англии и Шотландии и до написания сего труда не был замечен в методичном сборе данных и их систематизации. Однако, каким-то неведомым образом за последующие 10-20 лет труды Лаелля были признаны фундаментом геологической науки. Как пишет Википедия, цитата, к началу 1860-х годов во всем ученом мире старые геологические теории отошли в область истории. Конец цитаты. Все авторитеты старой геологической школы склонили перед Лоелем голову и признали его правоту. То есть современная академическая геология основана на фразе «британские ученые доказали». Тут должен подчеркнуть два важных момента. Первый. Чарльз Лоель был членом Академии наук Турина Швеции, Пруссии, Баварии, Леопольдии, России и отдельно Санкт-Петербурга, Венгрии, Нидерландов, Американской академии искусств и наук. Таким образом, его теорией охвачена Европа, Америка и Россия. Второе. На данный момент на русский язык переведены только основы и руководство по геологии. А он и древнего человека изучал, видимо, не без помощи Дарвина, и про Северную Америку выпустил две книги. Что особо интересно, помню пустую карту Северной Америки. Однако, если он такой уважаемый в науке, то почему бы не перевести все его книги? Так нет, только руководство. Почему-то эта странная революция в области геологических представлений о процессах происходящих на Земле удачно совпала с продвижением идей дарвинизма и биологической эволюции. Очевидно, что переформатирование геологической науки происходило по идеологическим мотивам. Для сокрытия на всех уровнях упоминаний о катастрофе недавнего прошлого началась массированная информационная кампания во всех науках, что можно очень просто отследить по времени принятия версий в качестве основных в той или иной науке. Так, в геологии это сделали руками Чарльза Лаеля, автора принципа актуализма. С тех пор в курсе истории геологии принято упоминать Чарльза Лаэля только в хвалебных тонах. Такой прием должен формировать у студента-геолога некритичное доверчивое отношение к идеям актуализма, униформизма. Последствия такого обучения в течение многих десятилетий мы можем наблюдать сейчас на примере геоморфологии. Эти специалисты не могут выйти за рамки шаблонов и правильно интерпретировать то, что они видят на спутниковых снимках. Так что же делать? Как вернуть в геологическую науку представление о реальности глобальных катастроф в прошлом? Как прекратить замалчивание и игнорирование множества фактов о катаклизме в недавнем прошлом? На самом деле все просто. Нужно прекратить использовать в качестве фундамента геологии только лишь принцип актуализма. Не говорю, что его нужно выкинуть совсем. Вовсе нет. Надо добиться от научного сообщества признания того факта, что внедрение этого принципа как единственно возможной трактовки было и идеологически мотивированным, и псевдонаучным подходом. Задача заключается в том, чтобы научная общественность поняла умозрительность и искусственность идей Чарльза Лоеля, а официальные научные организации отказались от навязывания этого принципа в научной работе и образовательных программах. Задача очень непростая, но тем не менее решаемая. Константин Захаров подготовил обращение к геоморфологической комиссии Российской Академии Наук, Ассоциации геоморфологов и всем специалистам в области геоморфологии от лица независимых исследователей. Суть обращения сводится к требованию начать процесс отказа от принципа актуализма как единственно верного, незаменимого и не подлежащего сомнению основания для геологии. В связи с тем, что независимыми исследователями Обнародовано большое количество фактов, подтверждающих реальность масштабной катастрофы в прошлом. Поступим, как почитаемый официальной наукой господин Лоэль. Молодой, малоизвестный ученый, в глазах большинства дилетант, не устрашился вступить в борьбу с величайшими авторитетами своего времени. Известно, что с 5 по 10 сентября 2023 года в Институте земной коры Сибирского отделения Российской Академии Наук пройдет 27-й пленум Геоморфологической комиссии Российской Академии Наук. Было бы разумно провести в течение всего лета 2023 года на всех ресурсах, доступных независимым исследователям, широкую информационную кампанию для популяризации этой идеи и демонстрации общественной поддержки этого обращения – высказать свое неприятие косности и ретроградству царящим в геологической академической науке. За сим не прощаюсь. По мере появления новых данных по этой инициативе, мы будем вас знакомить с ними на страницах нашего телеграм-канала. Поэтому подписывайтесь на наши ресурсы, добавляйте в закладки этот фильм и делитесь им со своими друзьями и знакомыми. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Всего вам доброго. До скорых встреч.